Кишечный вирус, который подхватили более 700 жителей Измаила, одесситам не грозит. Эпидемиологи провели исследование и предположили, что инфекция могла попасть в Украину из Молдовы или Румынии. Подобный тип вируса на наших территориях не встречался. Сейчас вопросом занимается Министерство здравоохранения. У нас очень большая прослойка носительства. Мы переболеваем в старшем возрасте, ну практически вот все мы, я могу сказать, что перенесли ротовирусную инфекцию. Вот поэтому у нас прослойка достаточно большая, то есть иммунитет уже есть очень большой. Самые уязвимые к острым кишечным инфекциям – маленькие одесситы до 14 лет. Особое внимание следует уделять малышам до 3 лет. К слову, традиционно уровень заболеваемости летом возрастает. Только за последнюю неделю он вырос почти на 70%. В общей сложности более 800 одесситов подхватили кишечную инфекцию. На пляж нужно идти, нести бутылку воды для того, чтобы помыть руки ребенку, когда он выйдет из воды. Прежде чем ребенку что-то дать, обработать себе руки. Для этого должны быть пропитанные салфетки антисептиком. Следить за ребенком поминутно. Для чего ты идешь на море. Основные симптомы кишечной инфекции – рвота, незначительное повышение температуры, боли в животе и диарея. Если подобное вы заметили у своего ребенка, не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу. Ну и самое главное – соблюдайте правила личной гигиены.